Всем привет, с вами Джеймс Аллен, и это первый выпуск по игре Майнкрафт. Мои выпуски будут проходить в формате летсплеев. Именно эти летсплеи у меня будут выходить каждый день. Ну, я буду пытаться их вылаживать каждый день. В общем, я буду показывать просто, как я играю в игру Майнкрафт, и при этом вы будете познавать некоторые азы этой игры. Итак, для того, чтобы нам выжить, нужно построить дом. Чтобы построить дом, нужно где-то достать дерево. Как видим, у нас здесь очень много деревьев. Давайте вот так срубим вот это вот дерево, чтобы сделать хоть какое-то убежище. Можно сказать, мои летсплей по Майнкрафту будет называться одни сутки в Майнкрафте. Ну, как бы можно можно сказать, что я буду вот день, и этот день это будет один выпуск моего летсплея. А будет ночь, это будет уже другой выпуск моего летсплея. Итак, вот тут я нашел такую пещерку. Пещерка. Класс. Ола. Главное, чтобы вас гранями не били. Наберем тут всякого, чего тут есть. Хотя тут ничего нет. Но все равно грани. Не знаю, для чего нам нужен. Ничего-нибудь пригодится. Итак. Возьмем вот здесь, построим хатку бобров. Ну, я ее так называю. У нас будет таким первым убежищем. Просто такой маленький, такой одноуровневый. Можно сказать, одноуровневая такая оградка. Вообще, я бы делал домик в пещере. Ну, здесь будет исключение. Итак, посмотрим, что у нас здесь кругом есть. Смотрите. Оба-на. Еще одна пещерка. Я вижу, в ней есть ресурсы. На уголь нам пригодится. Хотя я его пока не буду брать, у меня еще нет. Ни кирки, ничего. Офигенно спавнились! Супер! Ты посмотри, как много ресурсов. Что еще могу сказать? Да. Так что мы тут богатые, можно сказать. Вода. Хоть быстрее поднимемся даже. Для тех, кто даже не играл, в Майнкрафте можно плавать. Вот как это все мудрено. Итак, будем продолжать строить наш дом. Он у нас будет вообще простенький. Ну, как бы сказать, для начала. Потом мы начнем выбивать зомбаков. Ну, как вы поняли, зомбаков уже будем выбивать в следующем выпуске. Потому что следующий выпуск будет ночью. А наши мобы спавнятся только ночью. Ну, если только вы не зайдете в какую-нибудь пещеру, и там они не будут спавниться. Итак, вот как видите, мы делаем из дерева доски. Вот мы сделали доски. Теперь мы будем дальше строить наш дом. Свали. О, замечательно. Так, теперь мы строим наш дом. Сюда ставим. Так, в принципе, он у нас уже сделан. Осталось только сделать крышу и дверь. Еще нам нужно сделать верстак. Те, кто не знает, что такое верстак, я сейчас вам покажу. Не хватит. Ну ладно, палки сделаем. Так, нам надо еще дерево. Срочно нужно еще дерево. Возьмем, посадим, тут у нас будет
еще вырастить деревья. Так. Вот, мы берем еще дерево у нас. Как бы самое занудливое это добывать ресурсы. Впрочем, все остальное, все очень легко. И, впрочем, иногда даже бывает интересно. Итак, вот мы взяли наши доски. Теперь мы можем построить наш верстак. Вот он, наш верстак. Ставим его. И давайте сделаем какую-нибудь кирку. К примеру, сделаем, давайте, деревянную кирку. И еще мы сделаем топорик, который нам очень пригодится в дальнейшем. Все. В принципе, мы готовы. Теперь нужно сделать двери. Ой, только это не здесь делается, вот здесь. Вот здесь. Так. Вот наша деревянная дверь. А то скоро полезут наши мобы. А теперь мы еще возьмем дерево, потому что у нас его как раз таки не хватает для нашего дома. И пойдем добывать ресурсы. Пока еще день. Видите, как быстро топориком мы все собрали. Наши деревца растут. В принципе, у нас уже дом готов. Сейчас мы сделаем до конца крышу. Закончим наш красивенький такой маленький миниатюрненький домик. Вот так. Все. Дом мы сделали. У нас еще, ну, уже близко к вечеру, но все же у нас уже есть дом. Вот это здесь мы оставим, и все. Идем теперь в пещеру. У нас тут уже есть своеобразный лифт. Теперь мы можем добыть уголь. Он у нас в пещере может пригодиться нам. Вот мы добыли немного угля. И как видим, что у нас тут прямо сразу, нам, можно сказать, повезло. Посмотрите, у нас есть железо. И железо мы сейчас сделаем железную кирку, хотя мы так не сделаем. Да, пещера. Вау, класс, супер, вау. Главное, как мы будем спускаться, я не знаю, но сейчас посмотрим. Первая мысль, можно туда упасть, но если я упаду, я сдохну. Ну, сдохну. Обратно возражусь. А все же. Что я стараюсь, я забыл. Итак, теперь наша мысль пройти вон туда, по воде. Ну, прыгнуть, то есть. Фа, кто? Нормально вообще, а? Нормально они вообще? Ага, вот она наша. На, иди сюда. Факер, бич. Факер. Блин, а? Гад. Ну что еще делаешь? Гад и все. Итак, давайте допрыгнем до воды даже. О, красиво. Что ты скажешь? Вау! Кто-то мочит. Иди сюда.
гусь, гусь. А, ну сдохнет, ну сдохнет. Ладно. Ну что ж, за первый... Ой, убил. За первый день мы сделали один только дом. В принципе, мы все еще успеем. И нам будет уже ночью, надо добыть будет оружие и убивать монстров, чтобы добыть какие-либо интересные вещи. А, в принципе, у нас сегодня первое мое достижение — это дом. Второе достижение — меня уже убили. Ну, это просто такой случай, я просто забыл сделать меч. Ну, это ладно. А, в следующем выпуске вы все узнаете, что будет дальше. Дальше будет интересно. Просто это только начало. Да, просто ничего нет. Итак, с вами был Джеймс Аллен. С вами была Овечка. Всем пока!